Всем привет! Сегодня 1 июля 2017 года, и насмотревшись дневника Хача, я решил сделать свой видеоблог. В этом выпуске суперзвезды и мастера факапа продают свой Lexus. Гарик на устрах катается на велосипеде с сиденьем и ищет концепт для блога. Андрей Каблук делает эксклюзивчик и показывает захват кобры. Это первый выпуск GeForce. Полетели, погнали, поехали, поползли вместе с нами. Дизлайки внизу, отписывайтесь от нашего канала. Вперед! Слушай, вот скажи, ты хочешь стать знаменитым? Вот представь, мы снимем этот блог, ты проснешься знаменитым. Что я сделаю? Да, что ты у меня Lexus купят. То есть ты снимаешься в моем видеоблоге, я Гарик на устрах, ради того, чтобы у тебя купили Lexus. Да. Хорошо. Ребята, если хотите что-то продать или купить, снимайтесь в моем видеоблоге. Да, обычно говорят же, там, продам гараж, там, и вот это прочее. А мне только один Lexus продать надо. Мы насмотрели с дневника Хача, и у нас свернула башня, мы хотим стать суперзвездами. Но я хочу стать суперзвездой, а Андрей хочет продать Lexus. В принципе, это все, больше мы ничего не хотим. Лихие серые будни закрыли свет, что еще не гас. Запомните этот момент, когда мы станем известными, Андрей продаст Lexus. Кстати, хороший мейнстрим, будешь заебывать всех в каждом выпуске из двух, будешь продавать Lexus. Да, да, да. Спешить, привычка разбудит нас. Давай, передумаем и будем жить. Жить каждый миг сейчас ярко. Надо придумать концепт. Наши подписчики, а если вы хотите видеть в этом видео новый концепт, напишите свои комментарии, что об этом думаете. Мы обязательно все прочтем, выберем лучший комментарий и ничего не измените. А я Lexus не продам тогда, если ничего не изменится. Блог пока не получается. Мы уже сняли минут 6, пока не очень, пока говно. Эксклюзивчика нету. Все потому, что у меня нет GoPro и селфи-палки. Она вот если появилась бы, я бы крутые бы видосы пилил. Тут как бы видно. Если у вас есть свой магазин и вы хотите пропиариться, мы готовы к сотрудничеству. Андрей должен продать Lexus, как бы, а я готов взять у вас камеры. Я готов сотрудничать с любыми автосалонами. Пока у меня нету миллиона подписчиков, как бы, все рекомендации, они будут от души. А вот это эксклюзивчиком попахивает. Вот это хорошо. Скажи мне, что с тобой? Что с тобой? А чё ты вялая? Давай иди со мной. Я буду тебя баловать. Бал, танцы, утро, ночь. Утро, дождь. Поехали. Утро, ночь. Утро, дождь. Будем грибы, чего грибы? Нет. Красава! Дарья, она любит нас просто. Она хочет Lexus. LS 403 2001 года, 227 пробега, 6 хозяев, 6 ПТС. Андрей, надо суши заказать. Лайф, я хочу, чтобы наши подписчики знали, что я ем. Страна мира должна знать, что я ем. Смотри, берем васаби, добавляем. Раз, пишем, оформить заказ. Минимальную сумму доставки оформить самому, да. Итак, ребята, продолжение нашего нашумевшего блога. Сегодня катаемся на велосипеде с сиденьем. Как вы думаете, где мы? На Поклонной горе, короче, мы. Андрей, давай краткую экскурсию для наших подписчиков по Поклонной горе. Расскажи, что здесь происходит. Прямо мы сейчас проедем еще метров 400. Там будет площадка Рибо Кроссфит. Какой вид спорта? Кроссфит. Ну это там бегаешь, прыгаешь. То есть значит там будет большая аудитория людей? Там, да, очень большая аудитория. Отлично, вот туда мы и поедем, продавать твой Lexus. Площадка Рибо Кроссфит, они там молятся богу кроссовок, наверное, я сейчас. Я не знаю, сколько сейчас время, но, видимо, судя по вот тому, начало. Как они стоят, начало тренировки. Ага. Они делятся на группы, занимаются там в парах по два, по три человека. Ага. Вот, но после этой тренировки жить не хочется. Блин, бедные пацаны, они стоят напротив девчонок, как бы, а тут сам вид-то сзади. Поверь, там вот это тебя привлекает первые 10 минут. Да, потом все? Когда они делают сильно больше, чем ты, и это здесь очень трудно определить физиологию. То есть бывают девчонки приходили, они мастера спорта где-нибудь, в каких-то других там дисциплинах. Но они мощные, они отжимают, там приседают, все делают быстрее. То есть у тебя вариантов вообще никаких нет.
Это бесплатно же, да? Да, все бесплатно. Регистрируешься на сайте заранее, на Рибок. На Рибок регистрируешься, все, приходишь на тренировку. 20 приседаний. Если ты три раза не пришел на тренировку, или два, по-моему, тебя все записывают в блоклист. Стоп-лист, да? Больше не пустят. И это в Москве проходит здесь, на ВДНХ и на Нескучном саду. Ясненько. Если честно, мы катаемся всего полчаса, у меня жопа уже как это седло, это жутко неудобно. Но чего не сделаешь ради вас, мои дорогие подписчики. А это правда то, что шпиль кривой? Ну он загнутый, не кривой. Загнутый. Понятно. Оп. Сейчас какое-то новое место должны поехать. Да, сейчас поедем там. Ну, непосредственно Поклонную гору увидим. А. Для этого вот нам надо только спуститься здесь будет. Куда спуститься? Ты с ума сошел? Да, либо по лестнице, по карте будешь. Как? Подожди. Сейчас. Снова и снова и вновь рискованно, раскованно. Жизнь проснулась и ушла в пляс. Здесь, кстати, неплохие вот эти Chicken Run, это кафе открыли, сегодня. Это лучшее, что здесь есть. Смотрите, какая красота. Едем такие с Андреем, пытаемся продать его Lexus, и тут идет девчонка красивая. Я думаю, ну сейчас подкачу к ней, как русский, блядь, офицер. Купил кофе, написал номер телефона на стакане. Игорь, романтик. Думаю, сейчас я ей подарю, и ее сердце будет у моих ног. Пока, блядь, искал ее на Поклонной горе, она ко мне идет навстречу уже со стаканом кофе. Андрей, Lexus, расскажи судьбу второго стакана. Какого? Ты его выпил? А ничего не случилось? А Юнке я ничего не отдал, Анчайку. Вот так вот эти русские офицеры, блядь, все портят. Она это, социопат. Сейчас что было? Едем такие на великах. Снимаем дневник, блядь, хача. Едет Сань Текила. Ну давай Саня его назовем. Пусть Текила будет Саня. Вот, и он нам едет навстречу. И такое лицо у него немножко тупое. Такое, о, блогер, я ему, о, Саня. Короче, мы ему никто ничего не сказал, просто разъехались. Да. Это все, пока как это вся информация. Как в море корабли. Поэтому поехали направо, может там что-нибудь там выстрелит. Блин, ну вот скажи, это же знак. Знак, что ты свой Lexus продашь. Проехали. Проехали 15 километров. А вот к моему Андрею приехала. Ну, как бы. Моя бывшая приехала, как бы. Захват Кобры, как бы, когда хочешь продать Lexus, повысить рейтинг, можно... Мам, блин, закройте его! Привет, Карин! Привет! Карин, у нас теперь блог, мы теперь суперзвезды, называется «Два яйца». И в дверь ее туда. Ну, Карина, как моя бывшая. Сколько раз ела-то?